Константин, вы инженер технической поддержки ЦИСКа, и кому, как не вам, можно оценить наши курсы. Скажите, пожалуйста, как оцениваете подготовку наших слушателей? Наверняка вы следите за нашим развитием как партнер, и хотелось бы услышать от вас оценку. Я знаю, что специалисты из Восточной Европы, более того, из Украины и России, они более востребованы, и они занимают больше и больше позиций у нас в компании, у нас как специалисты технической поддержки. Если посмотреть на оба наших центра, которые находятся в Брюсселе, в Европе, и в Кракове, это в Польше, наверное, процентов 20-30 сотрудников там – это русскоговорящие из постсоветского пространства специалисты. Их знания, наверное, полученные в нашей системе образования, базовые знания, которые, может быть, не совсем up-to-date, как это можно сказать, но они дают ту базу, на которую накладывают уже центры обучения, такие как специалист, и желание учить что-то новое, потому что мы в институте как таковых знаний, которые мы можем приложить, не получаем, нам их надо изучать. Русскоговорящие должны еще и владеть английским языком. Конечно. Как их там проверяют, на какой уровень должен быть английский язык? В разных компаниях по-разному, это еще и зависит от стран. Основной критерий – вы должны пройти собеседование. То есть вы должны быть готовы к тому, что вам придется на собеседовании говорить 4 часа подряд на английском языке. Поверьте, это сложно для человека, который постоянно живет в России, не имеет постоянного опыта общения на английском языке. На своем опыте знаю. Хоть и уровень у меня был достаточно хороший, когда я собеседовался. Есть, например, если мы говорим про Австралию или, наверное, про Штаты, то вам потребуется сертификат знания английского языка, либо это TOEFL, либо еще есть система сертифицирования, не помню какая. Может быть, вам придется сдать этот экзамен. Но основной критерий – вы должны обладать языком, вы должны быть способным говорить с HR, с техническим человеком на техническом языке и также с вашим потенциальным начальником. Какое будущее у ЦИСКа? Куда развиваться? Если вы знаете оборудование ЦИСКа как пример, да, то у вас просто огромный пласт, поскольку это лидер для любой компании, любой вообще компании в мире. Мы представлены как либо мы представляем амортизаторы, либо коммутаторы, либо мы представляем решения, серверные решения, или свои софтварные решения, которые тоже везде, если посмотреть, есть практически в любой компании, на одном из оборудований есть надпись ЦИСКа. 100%. Наверное, процентов 50 компаний мира строят свою сеть целиком на оборудование ЦИСКа, поскольку ценят именно центр технической поддержки, где я работаю, где... И это, наверное, один из самых сильных центров технической поддержки в мире из любого из вендоров. У нас есть жесткие SLA, которые мы никогда не... Ну, нельзя не сказать, говорить никогда. Мы, наверное, 90% не нарушаем. SLA ответа, например, если вы открываете кейс, у нас центр технической поддержки, у нас есть 15 минут, чтобы этот кейс был, чтобы назначить инженера, да, который начнет сразу решать вашу проблему. Это если вдруг у вас в компании не работает вообще ничего. То есть в течение 15 минут вы получаете человека, и это не просто человека, который спрашивает вас, а что это такое? Вы получаете человека, который является экспертом в той области, которая не работает. Да? И он
я не могу сказать то, что он может это решить задачу моментально, там, в течение часа-двух, там, 15-20 минут. Но он будет делать свою работу и будет стараться помочь вам настолько быстро, насколько это возможно. Есть варианты, когда у нас некоторые заказчики не работают там час-два, может быть, полчаса, а есть, это уже больше исключение, когда очень большая проблема, мы стараемся, когда мы не можем решить ее там даже там, в течение одного дня-двух, но мы стараемся там в течение 15-20, там, или может часа предоставить какой-то workaround, обходное решение, чтобы хоть как-то наш клиент работал. Наверное, это то, что, почему у нас так много заказчиков, почему мы являемся лидером на этом рынке. Мы выпускаем очень много специалистов именно по технологиям Cisco, но есть и новички, которым нужно где-то стажироваться. У вас есть стажировки? Конечно, про это я и рассказывал на семинаре. Мы нацелены на тех, кто выпускается, мы ищем таланты. Почему я здесь, да? Я сам выпускник МГТУ. Вы приехали к нам за талантами, да. Я поняла. Я выпускник МГТУ имени Баумана. Я учился в специалисте в году 2005, наверное, или 2004. Вы наш выпускник. Да, так сложилось. Наши знания вам помогли? Ваши знания мне помогли и помогли найти мою первую работу, да. Класс. Первая работа была какая? Я работал инженером в партнере Cisco, сетевом интеграторе. Наверное, один из самых больших интеграторов России, угу. Jet Info Systems. То есть мы были неплохой ступенькой для вашего карьерного роста? Ну, вы дали мне какие-то знания, которые оценил мой первый работодатель, и благодаря этому моя карьера там началась. Это где? Jet Info Systems. Угу. Дальше эти знания, которые вы мне дали, и дал мой любимый университет МГТУ имени Баумана, помогли мне изучить что-то новое именно уже в этом сетевом интеграторе. И эти знания, которые я там получил, понадобились уже нашей любимой компании Cisco Systems. То есть наши выпускники могут написать вам на тот адрес, который вы указывали? Есть программа Cisco Incubator, которая работает, она не прекращает свою работу, и, по-моему, уже 3 цикла прошло. И мы стараемся набирать все новых людей, поскольку нам нужны люди, которые хотят учиться, хотят работать в этой компании. Многие говорят, что и многие показывают пальцем на другие компании, что там, даже находясь в разных офисах, в разных локациях, вы не как одна команда. Мы работаем как одна команда глобально. И одна команда в большом мире, да. И это помогает нам быть первыми, это помогает нам искать новых сотрудников, это помогает нам искать новых талантов. И, конечно, да, мои знания, они достаточно глубокие, но я вполне уверен, что какой-нибудь студент, выпускник вуза может легко знать больше, чем я. Это к слову обновлений. Да? Сегодня очень быстро все обновляется. Мы не успеваем обновлять наши гаджеты, не успеваем обновлять наши программы на десктопе. А как много нужно учиться? Как часто нужно учиться? Учиться надо постоянно. Да? Учиться надо всегда. И если вы сейчас работаете, и вы, грубо говоря, не можете найти себе работу у текущего работодателя, вы можете сидеть и просто просиживать свои штаны, там, играть какие-то онлайн-игры, а можете учиться, можете изучать, готовиться к каким-то экзаменам сертификационным, можете проходить какие-то курсы, можете просто в свое удовольствие там смотреть даже те же курсы программирования онлайн или пробовать что-то новое. А чем больше вы будете уделять времени обучению, тем больше у вас будет знаний, тем больше вы будете готовы к нынешней ситуации, к новым задачам.
может быть, новому работодателю. И вы это оцениваете, как я понимаю, когда вам устраивается, что есть новые обновления, ну, сертификат новый. Год. Когда мы смотрим готового специалиста, нам важны знания. Нам сертификация не столько важна, поскольку мы оцениваем знания, а не сертификаты. Сертификаты помогают... Главная практика и знания, чтобы человек мог делать это руками и головой. Головой больше. Сертификаты помогают нам выявить, кто скорее всего знает больше, а кто меньше. Да? То есть если у нас будет, допустим, резюме CCIE и CCNA, предполагается, что человек с CCIE знает больше, чем CCNA. И, а вы их проверяете, даже если они пришли с сертификатом? Сертификаты нам, опять же, нам не важно, но мы позовем первого человека с CCIE, мы будем его собеседовать. Если у него знания достаточно, чтобы пройти наше собеседование, он пройдет. Но мы также пригласим человека с CCNA сертификатом и собеседуем его тоже. Быть может, у него знания будут глубже, я не знаю. Быть может, потому что ему было неинтересно подходить. А может, ему повезло, когда он сдавал этот экзамен? Такой же тоже может быть? Может быть. А может быть, человек, который знает CCIE, он сдал, имеет статус, он не знает ничего, вполне возможно. Такое тоже бывает. Да, поэтому главное знание. Как оплачивается этот специалист на рынке труда? Я думаю, нашим слушателям интересно сейчас услышать, чтобы приоткрыли какой-то занавес. Я не назову цифру. Цифры не надо, но в целом, чтобы мы понимали. Скажу так, моя зарплата позволяет мне содержать семью, жить в одном из самых дорогих, а в одном из самых престижных районе Брюсселя, содержать жену и ребенка и путешествовать по миру. Моя зарплата выше среднего и входит в топ 10% в Бельгии. Что бы вы пожелали нашим слушателям, которые сегодня учатся у нас на курсах ЦИСКО? Учитесь, вкладывайте в себя, не жалейте деньги, вкладывайте в свое образование, обучайтесь, получайте знания и применяйте его. Главное, еще важный аспект, все курсы, которые вы проходите, их надо применять, поскольку через 2-3 месяца вы забудете, что вы изучили, если вы не занимаетесь этим. Как только вы прошли, постарайтесь найти проект, придите к своему начальству, попросите. Важно тоже для начальства показать, что вы заинтересованы, а не так, чтобы начальство вам давало... А не для галочки. Да, ну, если человек не занят, начальство придет и скажет, сделай это. Да? Если вы придете к начальству, дайте мне, я хочу. А что ты можешь, скажем? Ну, я изучу. Вас с большим удовольствием будут вкладывать деньги и обучать, чем в того человека, который ничего не делает и которому нужно искать работу. Константин, спасибо большое за откровенное интервью и желаю вам успехов. Спасибо. Всего доброго. До свидания.